20 июля 2009 года, уже сколько тут, семеро, да, вас или сколько? Да. Семеро моих младшеньких детей из моих 15 друг перед ушкой играют то, что за день разучили. Сейчас Мария играет песню, да? Да, песня мне подмигнула. Да, а Егорушка с Андреем поют. Да. Давай. Молодцы, за день что-то разучили. Следующие у нас будут играть тут, кто у нас? Сейчас, минуточку. Царь у нас, да? Царь будет играть. Где у него тут? О, царь специально. На гармонии даже. Раненый, бедный, раненый. Потом царица, любимец, красавица, умница. И король. Вот так каждый день. Всем советую. Много детей, всегда весело. Ну, даже не 15, хотя бы вот семеро, семеро, и то уже хорошо. Не так скучно, каждый день, и вам хорошо? Да! Ну, видишь, весело.